свій день народження президент України Володимир Зеленський просив нардепа Олександра Дубінського вийти з фракції «Слуга народу». Дубінський відмовив президентові у його проханні на очах у всієї фракції. Очевидно, прохання президента пов'язане із санкціями, які наклало Міністерство фінансів США на нардепа Дубінського. Вечером зимним сидиш один, хоть вокруг тебя собралась вся твоя фракция, но куда-то ушел серотонин. Ты просишь, чтобы и он ушел, а он ноль реакции. Ты ж его так любил, ты отдал сердце свое ему и область под Киевом, но остыла земля, и след остыл прикосновение руки его. А он тебя целует, говорит, что любит, и при встрече обнимает, к сердцу прижимает, а ты любишь его слепо на глазах госдепа. А он после дня рождения все расскажет Бене о тебе. Так болит величайшая душа современности, но нету сил, чтобы отвести глаза. Нету сил на прощание друг другу сказать прости. Ты ж его так любил, ну какой же еще любви. Ему не хватало, блин, кризиса нету, но нету сил. И ты один минус, он один. А он тебя целует и говорит, что любит, тут же ролики снимает, сети заливает, но он заливает баки. Он любит рот собаки, рот тупой для большей драмы, любит скорость мамы. А он тебя целует и говорит, что любит, так же целовал Иуда, но тут не будет чуда, только лбом по изголовью тебя с твоей любовью отпоздравят в Белом доме, и потом не вспомнят о тебе.